Всем привет! Сегодня вот на этот ноутбук хочу поставить Linux Ubuntu. У этого ноутбука есть один дефект. У него не держится крышка. Поэтому сейчас я отцеплю такую штучку. И прицеплю ее сюда. Сама не знаю, почему я ставлю именно Ubuntu, просто я айтишникам в чате писала, что там у вас сейчас стоит дома, на работе. Мне вообще Linux так много, что у меня каждый ответил что-то свое, и как таковой статистики не собралось. Я решила поставлю старую добрую Ubuntu. Это не первое мое знакомство с Linux. Я когда в техникуме училась, или когда уже закончила, ну где-то вот в этот период, я ставила себе MOPS Linux, он потом превратился в Agilio Linux, вот. И если Ubuntu с дружелюбным интерфейсом, то с Agilio там нужно было работать, в общем, я сидела в чате с линуксоидами, что-то там мы разбирались. Я уже жду, когда загрузится Ubuntu, оказывается, он просит меня вытащить флешку. В общем, смотрите, все установилось, и что самое прекрасное, сенсорный экран работает, потому что я переживала, что мне над этим еще придется колдовать. Так все работает, здорово. Я на другом ноутбуке открыла инструкцию, как установить Ubuntu, но на самом деле она и не понадобилась, все очень просто. Вообще все само поставилось. Я только не совсем понимаю, как мне его выключить. А вот, я нашла.